Последняя песня моя называется «Соседи». Я ее написала в карантин о бедных соседях своих. Ну, в общем, получилось неплохо. На листок то, что прочесть нельзя между строк. Попробуй в памяти отыскать тех, с кем устала ты воевать. Послушай старших и двери закрой. Не выходи гулять под луной. Пусть телефон третий день молчит. Значит, нет морщин. Я остаюсь, наливай по сто. Под замок ее занесло на восток. Соседям спать и таблетки не сосчитать, наплевать. Теперь рассказывай, с кем ты был. Что ты был не один. Остались живы все, кроме нас. Но жили мы, как в последний раз. Я остаюсь на
Спасибо. Спасибо, ребят, большое. Сейчас пару слов скажу еще. То, что это песни мои, которые я сейчас записала на альбом. Если вам понравилось и вообще вы меня не слышали, то можно на любых площадках набрать «Ксения через X». Меня Витя так называет всегда. «Ксения через X», «Ксения Ост», и можно послушать какие-то другие мои песни. Вот. Но в первую очередь я хотела еще раз попросить, да, что мы здесь все собрались, и чтобы собрать какую-то сумму. Поэтому сзади, вот там вот на у Вити, вот есть синяя-желтая коробочка, туда, пожалуйста, донейшены. А еще скоро пойдет, Серега, вот в шапочке, он еще походит по залу и пособирает копеечку у того, у кого будет желание, может...